С приходом похолодания водоемы региона начинают потихоньку замерзать. И действительно, это повод открыть сезон зимней рыбалки. Но так ли безопасен первый лед? На днях в реках и озерах действительно образовался, на первый взгляд, внушительный ледостав. Поэтому уже с утра рыбаки здесь. На первых порах улов довольно скромный. Да и за количеством здесь не гонятся. Это больше про хобби. Таких более-менее берем маленьких. Ранние рыбаки уверены, выходить на лед безопасно. Он уже окреп, а значит, никаких рисков. Сантиметров 8-9 уже держится. Даже крупного человека будет удерживать. Не опасно, да? Нет, он опасный, когда печней пробивает с первого раза. А ее я пробовал, ее не пробивает. Лед не пробивает. Однако в региональном МЧС уверяют, спешить на неокрепший лед все же не стоит. Один трагичный случай уже произошел в Ельцовском районе. На пруду утонул мужчина, который в полном снаряжении, с буром, вышел еще на незастывшее озеро и провалился. Крепкого, надежного ледового покрытия, достаточного для выхода на лед, в настоящее время на территории региона еще нет. Выход на неокрепший лед крайне опасен. Помните, безопасная толщина льда для пребывания на льду для одного человека не менее 7 сантиметров, для пешей переправы около 15 и более сантиметров, для проезда автомобилей не менее 30 сантиметров. Прочный лед должен быть прозрачным. Как правило, он имеет зеленоватый или синий оттенок. Тонкий же, напротив, серый, мутный и слегка пористый. Как раз именно такой лед самый коварный. Может застать врасплох и обрушиться без предупреждающего треска. В свою очередь, спасатели настоятельно просят рыбаков набраться терпения и немного подождать, чтобы улов не превратился в трагедию. Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком.